Так, друзья, сегодня уже какое число? Вебинар был 15-го, 16, 17, 18, 18 примерно июля. Прошел первый дождь за долгое время. От абрикоса я все еще не отстал. Вот такие сюжеты, они всегда очень нужны, всегда. Потому что раскрывают все проблемы со всех сторон. Вот я больше всего поражаюсь вот этим однообразным. Вот статья, там будет абрикос, где он там, то ли на Кавказе, то ли на Дальнем Востоке, то ли Джорджини первое его вырастили. В общем, никто ничего толком не знает. А потомки, они вот они, показали в Сибири. Вот, и очередной сюжет. Их будет много-много, десятки, потому что плодоношение еще самая середина. Первый фильм мы показал, последние будут, потому что часть зеленых невероятно. Дубовых еще надо ждать недели 2-3. Итак, это молодое дерево, привитое. Вот оно, видите, там написано «Амур». И вот этот «Амур», прекрасный сорт, и он привитый, и ему... Они очень быстро растут на манжурцах. И он дал мощный рост, ему сейчас 5-й год, но ни одного плода. Он должен был плодоносить. Цветы были, попал под заморозки. -9, это не шутки. А вот интересно, что рядом с ним почти собрат. Этот был привит, а этот остался не привит. Варианты. Я сейчас не скажу, ну-ка, нет. Я же нудный, вредный, противный. Я сейчас вам посмотрю. Все-таки есть следы прививки или нет следов прививки? Вот. Тут. Прививки есть-то и точно есть. А здесь... Вот она. Вот она, вот она. Вот, прививка не пошла. Вот она. И результат. Он все-таки, будучи привитый, ускорил плодоношение и даже обогнал... Ему тоже 5-й год. Обогнал привитый амур. Привитый, смотрите, какие листья благородные, все благородное. Но пропустил урожай. А почему этот не пропустил урожай? А посмотрите, какой был урожай. Внимание, это не я сюда насыпал. Вот они. И вы знаете, что меня поразило? Удивительно вкусный. Так, этот полусгнил. Сейчас. Вот такой красавец. Вот они удивительно вкусные. Вот здесь влияние соседа как-то он тоже цвел на лицо, возможно. Возможно, влияние вон той прививки, вон, видите, ленточка болтается. Так. Вот, но факт на лицо. На 5-й год зацвел. И для осенца это неплохо. И очень-очень невероятно вкусные плоды. Даже если я сейчас еще один покажу, этот уже подгнивает. Может, вот эти, ага, покажу. Ну, пусть грязноватая, грядка же овощная. Я сейчас попробовал, какой вкус великолепный. А его судьба какая? Он обречен. Его не стали покупать. Вот. Непривитым. С неудачной прививкой, естественно. Нет, я не выдержу, я все-таки еще съем одну. Нет, я вам покажу ее. Позавидуйте. Да почему позавидуйте? Потому что они, будучи, видите, как очень хорошо делятся. Ну, точку фактически выбрасываю. Вторую половинку тоже съем. Вкуснючие. Он не такой сахарный, как королевский. Я, кстати, чуть позже королевский сфотографирую. Ахните. А пока иду. Эти тоже были посажены 5 лет назад. Примерно. Вот. Смотрите. Боже, опять не собирать. Да за что мне такое счастье? Я вчера 3 ведра собрал, чуть не чокнулся. Своим-то здоровьем. Еще вариант манжурца.
скажут, я где-то взял, насыпал. Нет, смотри сюда. Вот одно дерево. Вот плодик остался. 2, 3, 4, 5. Вот, вчера посыпались. Ну, остальные вот они. 6, 7, 8, 9, 10. Похоже на те. Не твердо еще. Чуть твердее тех. Вот. Еще один вариант. Интересно, что здесь повторилась та же картина. Сейчас покажу. Кстати, иду мимо сувенира Востока, но сегодня это не та тема. Так, ну-ка, собрал Сергей с детьми вишневолочно. Собрал. Правильно. Это пойдет на сеянцы. Вот еще манжурский абрикос. Он еще не спелый, ладно. Тут, правда, в этом году мало. Ну, где-то примерно в два раза меньше. Норма. Ведра 3 будет. 4. Не больше. Вот это тоже интересно. Итак, мы имеем культурный абрикос. Вот, он привитый. Он бирка. Еще один амур. А эти, здесь у меня, видите, сколько голой земли. Отсюда и отсюда были выкопаны. 20 манжурцев переехали к Елене Александровне Саминич. И у нее пороху не хватило. И еще год, еще больше растут. Вот, заплодносил только один, вон тот. Теперь, получается, два родных братья привиты и не привиты. Но не привиты тоже представляют себе ценность. А его это ждет топор. Пересаживать-то поздно. Ему где-то уже 4 метра с лишним. Вот такие дела. Ну, а эти под топор. Вот. И, если не знаю, буду молчать. Еще один заплодоносил. Вот он еще один. Вы смотрите, как их вылитый амур. Явно у него папа амур. Вот еще один. А я не замечал. Вон еще один плод. 3. Вот плод 4. Так, ну что будем делать? Ну, по крайней мере, я уже вижу, что еще один качественный остался. Но их нельзя заставлять с густотой 1-1.5 метра. Ну, нельзя, они же потом в такой же джунгли будут. Вот, когда вот не видишь, на этом нет плодов. Вот он скорее обречен. Пересаживать осенью найдется какой-нибудь этот... Как бы его назвать-то, энтузиазист. Посмотрим. Эти, наверное, будут... Ай, все, я дальше не знаю, что делать. Я думал, у меня все выкопают. Но пороху не хватило. 20 выкопали, а самые мощные остались. Вот и по делам. Не зря получилось. Я уже третий вам показал плодоносящий. Вот хотелось бы на этом остановиться. Вот. Фактически на дерево осталось несколько штук. Значит, уже можно их собирать. А это пойдет на косточки. Как называю, это будет... Я сбил со счету. Я всего 5 сыновей манжурца. Я когда-то выбирал самые выдающиеся из них. Ну, какие? Вот это тоже выдающийся в своем роде. Посмотрите, красота какая. У него же культурный папа. Кто у него культурный папа? Да дураку ясно. Амур. Вот. И тогда получается, что 1, 2, 3, 4, 5 деревьев у меня пронумерованы. А остальные я пишу ассорти, в скобках, смесь. И вот это пойдет в ассорти. Кому повезет, купит, допустим, 1000 косточек. Значит, в этой 1000 будет несколько вот этих. Потому что я собираю ведро за ведром. Вот. А я же чуть не сказал хохол. Нет, украинец обидится. Ну, я себя шутливо называю. Это значит, что я не могу их оставить и обязательно соберу. Даже когда продать не могу, все равно собираю. Господи, опять абрикос. Да что это такое? Кстати, почему он подвижный? Вот она, та самая вишня. Про вишню отдельно надо разговор вести. Это у меня вишня, где через улучшенная. Так, а это все ясно.
первые плоды неполноценно. Вон они. Это бай. На нем урожая практически нет. Все, что упало. Я никогда не скрываю неудачи. Я не считаю это неудачей. Один год не получится урожая. Вот он пустой, 5 штук упало. А другой год будет еще как. Вот это моя гордость. Второе поколение вишни под названием Жуковская. Вот она красавица. Вот это на данный момент все лучше, что у меня есть. Вот, дождевается свой век черешни, вон она. Но это мы проходили. Так, наверное, надо закончить. Господи, там опять абрикосы дальше. Да я же вчера собрал все до единых. Как мне обойти-то это дерево? Оно же мокрое. Ничего, многие нравится ходить по моему саду. Некоторые зачем-то говорят, там такого не видать. В Сибири видать, в Подмосковье не видать. Это же как язык поворачивается. Посмотрите на эти роскошные листья. Вы где-нибудь когда-нибудь такие листья видели? Нет? Вот смотрите. Вот. Вишневые отводки. Но я про вишню всегда говорю отдельно. Это самая горькая тема в России. С невероятной звериной злобой. Злобной звериной злобой. Уничтожать деревья. Вот они, черешни, видите? Уничтожать деревья и плакаться. Уничтожать секаторами. Уничтожать всем, чем угодно. О, так, ребята. Я уже инфаркт тотчас хочу. Смотрите, поверить, что это манжурец, а я вам клянусь Богом, что это манжурец. Я сюда ничего не подкладывал. Вот. Собирал вчера. Значит, он висел на дереве и уже портился на дереве. Вот такая картина. У меня сейчас их два дерева, два типа. Я про них отдельно снял. Вот. И этот еще падает с него. Вот. До сих пор не могу. Это самый выдающийся манжурец за моей жизни. Это еще зеленый. Вот. Самый выдающийся. А это номер два. Не могу придумать название. Ой, блядь, ой. Это что? У меня аж рука трясется. Потом соберу отдельно. Назвать элита манжурца. А, давайте сейчас возьмем самый крупный из них. Вот этот. И я вчера манжурцы все собрал, какие сколько было от жадности. И давайте сравнивать плоды. Папа, я называю патриарх, он фактически папа-мама. Давайте сравнивать папа и сын. Ну как, впечатляете? Скажете, я случайно мелкую выбрал? Нет. Вот это вот покрупнее будет. Смотрите. Вот теперь сравниваю. Видите? А вот этот вот уже с этого дерева. Это его супруг. Вот он, видите? Вот. Я про него рассказывал. У него рекорд был 15 ведер. Это тогда, когда на моем было примерно в 4 раза больше плодов. Но эти времена прошли, он стареет. Ой, что дальше? Итак, пусть грязная, дождь прошел. Итак, сравниваем. И вот это вот, с этого, когда был посажен вот такой вот, когда был посажен вот такой вот, меленький, вырос вот такой вот. И меня уже получил, так, эти мелкие выбросил, и я уже получил замечание, что виноваты только то, что он имеет папу. Представляете, какого он имел папу? Косточка имела двух родителей. Один тот мелкий, а второй неизвестный. Но здесь растет у меня... Ой, сейчас покажу. Вот он, бай. Нет, это еще вот это.
Ой, как хорошо ходить по саду, где есть абрикосы. Полностью изменилась Манитоба. Полностью. Все рыжее и рыжее теряет окрас на окраску. А вот он. Вот, смотри, что с ним сделали. Вот здесь муравьиное царство. Мне бы найти крепенький бы. Так, ну-ка. Какие желтые, это Манитоба. А это сильно мелкий. Караул. На том участке у меня есть. А вот. Или вот это. В общем, все я хотел сказать. Что такое огромный. Или вот. Опа. Но этот побольше, посолиднее. Значит, что получается? Ну, здесь грамм 60, так? Вот. Чтобы папа сделал его таким, я имею в виду папа законный, то есть опылитель. Чтобы сделал его таким, куда я тут самый крупный дел. Самый крупный. А куда-то кинул. Ну вот другой упал. Почему-то упал зеленый еще. И без окраски вот такой. Вот я считаю, что причина все-таки в этом. Вот еще один. Что-то зеленый падает. А, ветер, наверное, был. Вот почему падают. Так. Вот помните, я в предыдущем фильме показывал. Вот. Прививка умерла, но там был академик. Вот тот академик с плодами 100 и более грамм должен был и мог бы дать вступить в вегетативную связь. И получились вот такие плоды. Ну, а мне есть классика, да, мне ткнули мордой. Только опыление. А я говорю, нет, вегетативная гибридизация – это не хрен собачий. У меня примеры множатся, множатся и множатся. Ну, что, закончить на этом? Еще кусочек фильма. На том участке мне надо будет. Я там, это, знаете, интригую. Черный абрикос переделался. Самый обычный середнячок абрикос. Опять благодаря вегетативной гибридизации. Фух. Что-то тяжело, тяжеловато мне. А мур начал падать. Ну-ка. Еще один вегетативный. Ну где вы видели такой амур? Ну где? Это же вот оно дерево. Вот посыпались, вот они. Где вы видели такой амур? Меняется на глазах. Его природа, его прививка, она его буквально перекореживает, перекореживает. Так, туда уже я не пойду смотреть, уже сил нет. До свидания, друзья. Итак, вегетативная гибридизация или сенцевая гибридизация – это две принципиальные разницы. Вторая – это наука, с почтением говорю. Спасибо за сотни тысяч сортов, хватит. Прививка это Эльдорадо. Этого не может быть никогда. Вот. Но это существует. Сколько уникальных деревьев. Господи, зачем я сюда-то пришел? Ну вот зачем? Мне уже сил нет. Мне надо идти валидол пить. Корвалол сосать. А я все хожу, хожу. Все, 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 все. Нет, все не все. Все, все. Еще не все. Я уже туда в дальний пойду, я уж там боюсь туда идти. Вот. И тема Химеры мы проходили. Слава Богу, хоть здесь не надо ничего показывать. До свидания, друзья. Вот. Чтоб у вас были, хотите я такой, да чтоб у вас были такие же сады. Каждое это, посмотрите, как академик изменил форму этого манжурца. Вы видели когда-нибудь манжурца такой формы? Вот любуйтесь. Вот. Все. Теперь точно выключаюсь. А что ты тут упал? Это мой новый сорт. А, вот он отсюда свалился. Тут их было три. Вон вторая. Вон третья. Всего три плода. А это все-таки новинка. Ну-ка, что за новинка? Так, на кого похож? Издаля на королевский. Ну, мельче. Посмотрим. Ну теперь-то я должен отключиться. О, туда я уже не пойду. Вон они.